Владимир Семенович Высоцкий. Военная тематика. Ты еще не отошел вчера. Я не могу отойти так быстро. У меня все переваривается, знаете, долго. Значит, солдат пришел с фронта, и вот что он увидел дома. Спеть? После песни. Вперед. Я полмира почти через злые бои прошагал и прополз с батальоном. Обратно меня за заслуги мои санитарным везли эшелоном. Подвезли на родимый порог, на полуторке к самому дому. Я смотрел и немело над крышей дымок подымался совсем по-другому. Окна словно боялись в глаза мне взглянуть, а хозяйка не рада солдату. Не припала в слезах на могучую грудь, а руками всплеснула и в хату. И залаяли псы на цепях. Я шагнул в полутемные сени, за чужое за что-то запнулся в сенях. Дверь рванул, подкосились колени. Там сидел за столом, ты на месте моем, неприветливый новый хозяин. И фуфайка на нем, и хозяйка при нем, потому я и псами облаян. Это значит, пока под огнем. Я ходил ни минуты не весел, он все вещи в дому переставил мое и по-своему все перевесил. Мы ходили под Богом войны, артиллерия нас накрывала, но смертельная рана нашла со спины и изменою в сердце застряла. Я себя в пояснице согнул, силу воли призвал на подмогу. Извините, товарищи, что завернул по ошибке к чужому порогу. Дескать, мир да любовь вам, да хлеба на стол, чтоб согласие по дому ходило. Но он мне даже ухом в ответ не повел, вроде так и положено было. Зашатался некрашеный пол, я не хлопнул дверьми, как когда-то. Только окна раскрылись, когда я ушел, и взглянули мне вслед виновато.